В Актау открыли новый теннисный центр. На его базе создана областная детско-юношеская спортивная школа. Осваивать ракетку как большого, так и настольного тенниса дети будут бесплатно. Центр вмещает 5 кортов, 2 из них крыты. Один тренировочный, а второй предназначен для соревнований и включает трибуны на 500 болельщиков. Очень компактная база, можно сказать, 3 корта на улице, 2 в зале. Вот, все хорошие условия, но так как мы долго ждали, и эти условия для нас как бы хороши и рады, то, что открылся такой центр. Здесь большие перспективы, потому что город, соединяющий между нашими другими регионами и европейскими странами. Почему? Потому что теннис очень силен в Европе, и возможность будет, конечно, у наших всех ведущих теннисистов здесь проходить сборы.